друзья, всем привет. Был я на даче, но поступило приглашение съездить на охоту на ветре к одному очень известному в мире охоты человеку. Его вы увидите чуть позже, когда я доеду до него. Едем, пообщаемся, поохотимся на голубя. Вот, проведем время. Пройдем время, короче. Охота будет у нас послеобеденная, не утренняя охота. Но думаю, что-то добудем. Вот. Все. Колокольчик, бубенчик там. Все дела. Погнали. Нормальный, не молодой. Давай. С полем. Попели большие. Ну, так, репортаж. Ну, к лесу. Куда разделяться? Приехали с Димой на поле. Поле очень большое. Время у нас 2 часа дня. Сейчас подыскиваем место, куда встать. Потери в поле есть. Птица, мне кажется, она вот на этих приземляется. Смотри, если она... начали говно возить, да? Ага. Если голубь будет там садиться, да? Они, его будут, они его постоянно будут подымать. Это хорошо. Потому что. Ну и вот на это дерево, мне кажется, они еще и этот присаживаются. Потому что оно такое большое. Ну, а садится вот туда, давай здесь дерево. Вот же. Вижу. Вот так вот натянули сеть. Натянули сеть. Натягиваем шнурок. Туда будем охотиться. Вот у нас крыша. Мы со всех сторон закрыты. Ветер, правда, сильный. Ну, ничего. И отсюда у нас заход будет. Рисковато немножко. Ну, мне кажется, да, чуть-чуть надо будет это. Потому что мы натянули, он, видишь, вытянулся. Ну что, пойдем расставлять профиля. Стульчики. Профиля. Димки итальянцы. И объемники. А где заказывал? Это я брал на выставке. Последний комплект в каком году? А, 2-го года я с ним, с объемниками. Значит, это было 22-м году. А ты их на колышки ставишь, да? О, ну, обязательно. Я их снял и в коробку положил. Не, многие просто колышки не используют. Только палочку я брат. Не используют, просто без колышек. А как сейчас ноги, ветер вот иногда бывает, очень они падают, блин. Не люблю я ножки. Они вон не валяются. О, уже даже перья нашли. Уже с трофеем. И скорлупа, да? Ну, скорлупу я не сильно ставлю. Хотя я с ней охотился много времени. Ну что? Вот такой вот голубь, смотрите. Так вот, отдохмани.
тоже большой. Он не маленький. Даже Дима говорит, что он птенец. Второй выводок. Второй выводок, да. Поставим их сейчас в стороне, посмотрим, как будет птица реагировать на те или иные чучела. Ставим только объемники. Скорлупу не будем ставить. Ну что, вот так вот выглядит наша присада. Там группировка. Здесь группировка. Там наш блок. Они туда пошли, по прямой. Заходит, заходит на профиля. На профиля, на профиля. Дим, 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 впереди. Да, 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 да. Что? Мне не понравилось, да? Надо было бить. Я ждал, что первый сейчас сядет. А. Вот этот ближний-то можно было стрелять его, да? Да, да, да. Первые птицы вышли. Но... мы их это. Ушли они влево куда-то туда. Ветер не дал сесть. Да. Но заходили они хорошо вот сюда. Я ждал, что дома сейчас один сядет. Но... подвернут. Может быть. Да. Сюда идут, Дим. Вижу. Сейчас сяду там. Супер. А, упали. Они там и сели, и сейчас к ним еще трое приземлились. Они из леса вышли? А, нет, они поднялись оттуда. А, это те, которые подворачивали, походу. Mm. Ну пусть пока там порхают. Пусть пасут сюда, конечно. Ну, значит, поле должно быть... кормовое. Да. Это наш, Дим. Давай, давай, давай. Готовься. Давай. Полем. О, эти поднялись. Может, налетят еще. Влево вам пошли они. Ну, этот четко пришел на профиля. Пойду заберу. Так. У нас первая битая птица. Идем забирать. Первый. Тихо, 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 тихо. Тихо. Первый. Вот там Дима сидит. Нормальный, не молодой. Чибисы, они полетели туда. Угу. А, вот это сейчас на деревьями голубь пошел. Вот, я тебе говорю, что это голубь. Полет такой. Туда, к высоковольке. Вот, которые прошли на посадке, да? Вот там они сейчас. Угу. Нет, первые чибисы шли. Чибисы все равно, да? Да. А потом дальше голубь пошел туда, на высоковольку. Он прям на линии это там рассаживается. Да, он вот за этот лес упал как бы туда, к линии, где пахота была, мы ее проезжали. Вот, 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 садится, садится. Сюда. Вот сюда вам.
какой-нибудь налетит. Разворачивается, нет? Они нас игнорят. Они нас игнорят по полной. Ушли от нас все, смотри. Штук 20 их было. И смотри, туда пошли опять на пахоту. Ладно, надо посидеть, опять две русские мужики. Сидим, ждем. Они опять развернут. Ну что, друзья, заканчиваем нашу вечерку. Побывали в гостях у Дмитрия на тульской земле. Вечерка не удалась. Ну, одну птицу мы добыли. Вот. Дмитрий, кстати, это организовывает охоты на гуся в Карелии этой осенью. У него есть свободные места, да, Дим? Ну да, чуть-чуть осталось там. Какие даты там примерно свободные? С 17 по 22 сентября и с 24 по 29 сентября. Так что, кто хочет, можете найти Дмитрия ВКонтакте. Вот. Под псевдонимом Дмитрий. Да, охотанагусей.ру. Охотанагусей.ру, да. Вот. И созвониться, записаться. Все там организовано, проживание, скратки, чучела. Вам нужно только патроны, оружие и настроение. Ладно. До скорых встреч, друзья. Увидимся в угодьях. Ни пуха, ни пера. К черту.